Здравствуйте, дорогие жители. Сейчас я вам покажу, что мне на день рождения подарили. Что это? Это доктор Плюшева с овечкой Лэми. Давайте мы покажем. Вот какая доктор Плюшева. Вот с таким... И вот какой я у меня красивое платье. Овечку покажи. Вот такая овечка. Лэми. Поближе и красивее, что у меня. Это такой шкафчик, куда доктор Плюшева ложит свои принадлежности. Такая запасная одежда. Видно? Штаны. Видно? Я это не вижу. Да. Штанишки и футболочка. Да. И вот такой еще халатик. Не резиновый вот такой. Это вот слушалка убирается, и халатик тоже снимается. И туфельки даже. Записная книжечка вот такая. Целая, где она плачет. Не разделяю это. Крепко. Вот такие принадлежности у доктора Плюшевой. Стетоскоп, градусник, молоток, ножницы и еще вот этот чемоданчик. Чемоданчик, да. Мне тут кое-кто подсказывает. Вот тут кремы, лекарства и бинтик. Крема. До новой встречи. Пока-пока.